Всем доброе утро. Тут, видите, у меня идет процесс бородинский хлеб. Я вот тут имела неосторожность, ну вот не подумала, плюс он был еще дешевле, сахар, коричневый сахар. Я же кладу в бородинский хлеб. И он у меня, ну короче, я купила этот рафинад. И теперь я же не буду рафинад бросать, да, вот. Залила его водичкой, чтобы он здесь у меня растворился. Конечно, не знаю, какая. Диана говорит, что коричневый сахар типа слаще. Ну, я-то сахар не ем, поэтому не могу определить. Но мне нравится то, что он дает цвет. А это как раз мне это и нужно для бородинского хлеба. Да, Миношустик мой драчун. Тут у нас процесс идет, понимаете? На улице давайте выйдем. Может, и Минош захочет выйти. Еще не открывала. Муркает. Ой, какое солнце шикарное. Воздух холодный, конечно, но солнце прекраснейшее. Прекрасное солнце, тепло. Тепло за счет солнца. Диана сегодня тоже идет в универ к обеду. У них вот, по-моему, сейчас... А и в пятницу она идет к обеду. Но у них же идут занятия дистанционно. Поэтому у нее там пара уроков есть на удаленке. Зачем они так сделали, не знаю, но... Английский у нее еще какой-то предмет. Какой-то запах коров. Откуда здесь коровник, не знаю. Прям тянет. Что, мой Мася, ты тут? Боже, с тенью играет Минош. А вот и Шефталя тоже вышел подышать. Ну, давайте, ребята, подышите 5 минут, и мама будет закрывать двери. Пусть тоже у меня здесь немножко проветрится, потому что иногда, ну, тогда воздух спертый. Поэтому обязательно нужно только начистила туалет. Все, уже кто-то тут там уже отметился. В чистом. Дубль 2. Пошла чистить снова. Но я тут еще почистить-то там почистила, но здесь еще я не промыла. Не, вон песок кое-где. Я вам хочу сказать, что сейчас у нас идет гораздо меньше расход песка и меньше вычищаешь. Вот. Я так поняла, что вот Рюзгяр очень часто ходил по-маленькому, и поэтому был вот такой вот расход. А я-то думала, что это все ходят. Я даже не догадывалась, что это оказывается он очень много ходил писать. Тут мне сказали по секрету, что человек расходует свой подарок. Давайте смотреть. Точно. Все-таки я перенесла, оставила человек. Никто не хочет, да, Мась? Вот, видите, Коша лежит. Молодец, но она любит. Знаете, может, мне там вот это все убрать и поставить? Тоже вероятно, когда она будет ближе к тебе. Представь, вот почему мне нравится, что у меня там так рядом, потому что я так руку просунула, я могу погладить там. Ты тоже так сделай, подумай. Ей все равно, она там будет ляжет. Ну, но может тут тоже быть. Есть вся хорошая. Ну, тут на солнышке. Вот тут, видишь, да, я сейчас открыла это окно. Еще будет тепло ей. Да, да, да. Поэтому она напустит. Вот это я сейчас уберу. Молодец. Лежи, лежи. Что, мама зря покупает вам это все? Так, все продолжается. Помог быстрее заходить. А то, не дай бог, замок тут повесят амбарный. Дианусик уже собралась. А у меня обед, поэтому давайте мы сейчас Дианку благополучно отправим в универ, чтобы она там занималась. На улице 18 градусов. Все. Посмотрела прогноз. Можешь... Диан, возьми их тут только побрызгайся, не в комнате, не в салоне, ладно? Потому что... Унесу. То я себе купила духи. Но они классные, да, Диан? Чуть-чуть на кофту. Говорят, то это самое. На одежде гораздо дольше запах. Не прилизывай. Не прилизывай. Это слишком много брызгает. Ну, так это ж... Разбрызгивает, чем не... А знаешь почему?
Прызнула, потому что не твое надо быстро это хапать. Нет! Он сладкий. Да он сейчас выветрится. Окей. Кстати, и скажешь мне, как он на тебе держится. Потому что, знаете, вот на разных людях держится по-разному. Как ни странно. Интересно, звучит, почему? Не знаю. Тебе не давят Дианкой твои буцефалы? Нет, наоборот. Наоборот? Как-то наоборот. Уже расшлепали, что ли? Нет, они... Нет, говорит, наоборот. Ну и смотрите, когда я долго хожу, у меня вот прям там, где по бокам, да? Там, где палец заканчивается, по бокам, начинает аж поддавливать. Да потому что вот эти тебе больше нравятся, чем те. Нет. Ну это все логично, Дианка. Я ж тебя знаю, как это. То если ей очень нравится что-то, ей ничего никогда не давит, ну просто. А если там где-то что-то там не вышло лицом, эта вещь. Нет, мне тоже нравится, я тоже ношу. Все, давай, Дианусик, давай. Удачи, с Богом на связи. Да. Не с Богом на связи, а с тобой. А то я так сказала, аж самой стало неловко. Все, Дианусик ушла, мы сейчас поперерывимся. Шефталя, что ты тут сидишь? Ну, я понимаю, что у тебя сна не в одном глазу, да? Глянь, там даже корм есть, а ты не идешь. Ага, подходит у меня хлебушек. Вот, видите, покажу вам. Медленно, медленно. Прошлый раз я делала хлеб бородинский. То есть он, ну вот, подходит, да, до того состояния, пока растаивается, до того состояния, пока мне нужно. Если я вот так вот форму положила, то мне хотя бы вот так надо. Если это же бородинский, он не встает, а я его ставлю в духовку, и он как бы наоборот даже падает. Но мне же нужно, чтобы там же все разошлось, понимаете, чтобы он же не был шайбой. В общем, сколько? Прошлый раз он у меня расставился с 10 утра до 3. Так вот, до 15. С 10 до 15. Ну, я считаю, это достаточно долго. Но хлеб на закваске, он такой. Здесь не нужно торопиться. Ну, и тоже не нужно прошлепать то время, пока идут уже разрывы. Соответственно, он уже будет и кислеть. Минусюстик, ты проснулся? Представь, Диана же ушла. Ты пропустил. Ты пропустил. Все там продремал. Сейчас что, я себе на чаю зеленого сделаю? Да? А, что, Масичек, что? Чаю себе сейчас мама зеленого сделает, да, Кош? И мы продолжаем. Я до 4 вечера работаю, а сейчас у нас 12. Я уже закончила свою работу, уже достаточно давно. Блин, у меня там хлеб. Сейчас я его выключу. То я могу забыть. Я ж будильники тут заводила. Чуть приоткрою. О, запах. Так. Закончила. Диана еще ж в универе. А я думаю, ой, ну аж Кым же ж отдыхает. Думаю, сяду повышиваю. Вот. Осталось мне здесь вот глаза. Ой, сейчас вижу на камеру по-другому глаза. Глаза мне тут осталось подкорректировать. Некоторые места вот беленькие тоже забить. И все. В целом девушка у меня уже готова. И смотрю, слушайте, вышел 3-й сезон, сериал «Извне». И 2 серии вышло. Я смотрела прошлым летом, что ли. Не помню. Но фишка в том, что... Продолжение вышло. А, это ж пришел мой рюкзак. Я его тут сегодня целый день жду. Его нет. Думаю, ну, у Араса бывает такое. Они шлют смс-ку. Мы выехали. Мы уже в пути. Но никак. Думаю, ну все, уже время сколько? 5-6 час. Думаю, уже они приедут. Но приехали. Сейчас развернем. Показываю вам. Развернула тут просто. Вот такой вот. Вот эти такие тонковаты. Узковаты, тонковаты на такой рюкзак. Это типа, знаете, ходить в горы. Так, а вот это для чего? Ну, для чего-то. Здесь, я так понимаю, карман. Здесь для воды. Затем
Вот такой вот. Сейчас, секунду. Вот такой вот здесь кармашек. Но он не просто кармашек, а он такой, знаете, прям с дном. Дно. Потом здесь вот такой вот кармашек. Вот эти вот замки. Так сделано. А он здесь... Ага. Это получается, я застегнула. Теперь расстегнем. Ну, кармашек. Тоже, да, небольшое. Ага, тоже донышко есть. Вот, видите? Тоже донышко есть. Тоже вот это для чего-то. Не знаю, зачем. Ладно. Ага, вот, видите, тоже здесь как маленький получается рюкзачок. Такой вот. Тоже вот такой вот. Ага, и тоже, видите, как тоже донышко у него. Ручка. Вот такая вот ручка. Что у нас здесь? Ага, тут же у нас еще вот такое вот дно. Понятно, его можно сделать вот таким вот большим. А еще, видела, там можно его вовнутрь вложить. То есть, по сути, вот здесь вот. Он будет поменьше вот таким вот. Но все равно большой. Так, и ладно, сейчас я вскрою основное отделение. Основное вскрыла, но я думала, тут, к сожалению, нет кармашка. Вот это вот не особо хорошо, мне вот это не понравилось. Столько наружных карманов, а внутренних нет. И вот такая вот спина, видите. Но в целом нормальный, тем более за такую цену. Сколько он? 240 лир. Вообще, по-моему, круто. Ну, теперь я не буду. Тюркие. Хотя тут тоже классный. Но он будет этот повыше. Гораздо выше, да? Угу. Наружных карманов много. А внутренних нет. Ну ладно, что-нибудь придумаем. А может быть, они и не потребуются. В целом ничего, нормально. Я, можно сказать, довольна. Боялась, что будет хуже, а так... Ну это ж, думаю, куда-то поехать. Или просто куда-то пойти. Огромный прям такой. Посидела, повышивала. Ну, хорошо, так я сегодня так вот это, наверное, все. Ну, так, ой, показывая вам, вот это, наверное, все повышивала. То есть, хорошо так я повышивала. А, и что, еще думала, пойду потом пряников сделаю. Вот захотелось мне пряников, вот этих имбирных. Ну, вы не поверите. Как Сева за вышивку. Оторваться невозможно. Ну, реально невозможно. Иногда сложно сесть. Так, я выключаю тут лампу. Сложно сесть, заставить себя. Но вот. Да. Но если ты уже сел, то уже все. То уже все. Это уже не оторваться. А, стоп. У меня же вот Дианкина здесь заколка. Я думаю, чем-то у меня волосы были заколоты. Вот заколка. Минушустик, пожалуйста, давай выходить. Давай, Масик, выходим. Пошли, Кош. Сейчас мы с тобой немножко давай поиграем, чтобы ты этот самый успокоился. Так, сейчас я выключу здесь свет. Давай, я здесь включу, а там я выключу. Давай. Стой. А, это я на палку наступила. Я думала, ему на палец. Так, все, выключила, да? И мы палку возьмем. И немножко поиграем. Пойдем. Сейчас немножко поиграю с ним. Что? Все уже? Уже маму запряг? Все. А! Диан, здесь у меня. Сейчас мы с Минушем играем. Шифтали, заколка нужна. Так,
Миношек. Сейчас даю Дианке. Держи. Спасибо. Да, давай не задерживайся, пожалуйста. Сейчас я салон закрою. Сейчас Миношиком мы поиграем перед сном. Каша, знаете, как детей, вечером не надо играть, не разгуливать их, чтобы у них настроение не появлялось. Они спать должны, чтобы сон не разогнать. Так вот это и Миношу. Ну? Немного, да? Мась. Ну я-то не пролезу сквозь эту. Ну что ты держишь в зубах? Ну что мне от того, что ты держишь? А, все. Аж кому ехал? То он так с ними играет задорно. Минош любит, когда он играет с ними. Он с ними может долго играть. И полчаса. Это мама тут взяла 5, ну максимум 10 минут. В лучшем случае. Опачки. Ну ж, конечно, как играет, а всю душу отдает. Просто всю душу. Ладненько, мы поиграем и будем ложиться спать. Я сейчас иду тоже в душ. Так что и вам спокойной ночи. Либо же доброго дня.